вас с первым матчем за сборную, теперь у вас еще более новый статус. Паспорт есть, теперь одна игра за сборную. Какие мысли и ощущения? Спасибо, Ева. Ощущения хорошие. Ну, это уже время, которое прошло по поводу сборной. У нас сейчас очень важные игры против Дубы. Счастье от того, что сыграл больше, или все-таки грусть от того, что не полетел во Францию? Нет, грусть нету, конечно. Я все понимаю, это решение тренера. Я, как я сказал, я даже не ожидал, что я буду играть первые игры против Литвы. И он мне дал шанс, верил в меня, и это для меня уже супер. Что думаете о сопернике? Кто самый сильный игрок, на ваш взгляд, в Рубине? Соперник сильный вообще. Они есть очень хорошая атака команда. Будет сложно, как всегда, когда мы играем против Рубин. Но у нас есть реальный шанс было на второе место или на первое место на конце сезона, если мы посмотрим сейчас таблицу. Но я считаю, что у нас дома игра, и когда дома игра, надо обязательно играть за победу. Не важно, какие соперники мы будем играть. И как всегда, как я сказал, мы будем играть на победу. Сегодня 1 апреля. Ты как-то разыграл кого-то уже? Или как вообще в Бразилии это делается? А в Бразилии то же самое. То же самое. У нас тоже есть такие шутки. Я пока ни с кем не шутил, но я уже вижу, что Тарасов и Касаев уже начались. Обманывать не сколько человек там. Но это хорошо.